30 июня 2019 год. Харьков, Леонид Быков, на Сумской. Но идем мы на Вакарчука. Сейчас на площади Свободы. Начнется концерт Вакарчука. Ну, идя по Сумской, почему бы не снять вечерний Харьков. 19:56 по Киеву. Город постоянно меняется. Вон какая практичная инсталляция. Диван. Там он есть, такая же инсталляция цветочная, растительная. Из парня, из девушки, я понимаю, задача в том, квест такой, чтобы добраться из того края до дивана. Там и скейтбордисты. Ёлочка тут уже держится на трусиках, наверное, с месяцом. Это 10-я параллель северной широты. Таким вот образом батарь там идет. Парк, конечно, сад Шевченко преобразился радикально за последние годы. Преобразился, наверное, в завершенном времени нельзя говорить, потому как груда просто еще там каких-то заборчиков, кранчиков. Памятник Бекетову. Тоже 1755. Всего один год посадили. И, конечно же, Пушкин. Нет, с Пушкиным не получится. Пушкина не было. Еще не было. Они уже не было. Ты посмотри, какая красота. Клумбочки сделали. Одна другой краше.
Так, где там это пресловутое колесо тракторное, которое никак найти не получается. Вон оно. Вон, только спица видно. Тракторное колесо. Чего его туда заперли? Скульпторы. Да, воскресенье, народ еще, конечно. На площади? Просто море. Так, мяч Блохина. В том смысле, что при его установке присутствовал Блохин. Опять деревня на трассах. Так, да, у Вакарчука концерт, посвященный тому, что он идет в очередной раз в политику. Один раз он уже был депутатом, доблестно из этой должности отказался, сдал свой пост, а теперь уже идет вместе со своей партией «Голос». Класс детячей тайнацкой творчести. Красиво. Голос. Снимают флаг, а по какому поводу вешали. Партия настоящих изменений, да, партия справжних змин. Ну, сейчас будем посмотреть, что здесь получится. 30 июня 2019 год, Харьков. Дождик начинается, ну, это удачно.
Чтобы была точно, многие эксперты-активисты, что вы замолчали.